Продаешь бытовую технику, тратишь время, нервы и получаешь пустые звонки. Твой постоянный покупатель «Титан». Деньги сразу. «Титан» для всех и каждого. В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении Ивана Христолюбова. Мужчину обвинили в покушении на убийство. 9 апреля в офисе на улице Калинина он устроил кровавое побоище. Ножом порезал своего друга, тоже, кстати, Ивана. Попытку убийства зафиксировала камера видеонаблюдения. События развивались в офисе потерпевшего. Там он работает менеджером. На съемке видно уже финальную часть разговора. Потерпевший Иван ударил своего знакомого по лицу. Тот был обескуражен, а затем у обвиняемого возник умысел на убийство, и он стал медленно подбираться к потерпевшему и, выбрав момент, начал наносить резкие удары ножом по шее и телу. Удары были беспорядочные. Потерпевший сопротивлялся. Очевидцами кровавой разборки, судя по всему, стали коллеги Ивана. В итоге молодому человеку удалось вырваться из рук обвиняемого и убежать. Тот скрывался от полиции 3 дня, но впоследствии был задержан. 12 апреля был задержан подозреваемый. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевший был госпитализирован, его прооперировали, и сейчас он находится в сознании. Плохо разговаривает. Обвиняемый попал ему в шею и повредил ротоглотку. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи назначили необходимые экспертизы, провели осмотр места происшествия, в том числе по месту жительства подозреваемого, в ходе которого обнаружено и изъято предположительное орудие преступления – нож. Проводятся иные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного преступления. Обвиняемый Иван Христолюбов был арестован. За попытку убийства ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас дело передано в Ленинский районный суд. Михаил Вагин, место происшествия.